Психологическая профилактика суицидальных явлений у подростков. Этот вопрос обсудили участники круглого стола в Запорожском горисполкоме. Руководители департаментов, преподаватели вузов, работники научно-методических центров и силовых структур говорили о проделанной работе и делились своим опытом по выявлению групп риска среди молодежи. Случаев суицида, причиной которых могли быть соцсети в Запорожье, нет, но некоторые подростки проявляют интерес к опасным группам. Бороться с этим, уверен заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, нужно в первую очередь в семье, заинтересовывая детей спортом и культурой. Второй момент – это, конечно, выявление проблемы. И здесь мы с правоохранительными органами это обсудили, чтобы велась работа и непосредственно в группах, чтобы велась работа по закрытию тех групп, которые несут негативное влияние на детей. Ну и, конечно же, третье, самое главное, что, мне кажется, есть у нас пробелы в законодательстве, особенно в киберпространстве, поэтому у нас должны быть инструменты и по выявлению, но и по наказанию тех негодяев, которые, используя интернет, детей, скажем так, подвергают угрозе их жизни и здоровья.